первый блин не комом, как видите. Хотите узнать, как это делается? Смотрите наш сюжет. Румяные блинчики с начинкой или без. Вы уже хотите? Сегодня мы решили показать вам, как их готовить. И настоящий мастер-класс проведет директор отеля «Иридан». Расскажите секреты приготовления ваших блинов. Рецепт очень обыкновенный. Первое. Главное, чтобы была плита белорусская, сковорода цептеровская и руки золотые. Близится масленица, и поэтому блины, особенно, как я говорю, я не для всех готовлю, для почетных гостей. Для почетных гостей вот сегодня угостим блинами с икрой. Настоящий руководитель должен меньше всего сидеть в кабинете. Нужно все-таки уметь все. Берем сковородку. Плиту. Наливаем тесто. Наливаем полуфабрикат и получаем готовый вкусный блин. А секрет теста вы нам расскажете? Секрет теста по-прежнему не раскрывается. «Иридан» всегда отличался некоторой загадочностью, поэтому мы лучше будем ждать гостей, угощать их, а секреты раскрывать не будем. Традиционно на масленицу блины пекут дрожжевые, на кефире, тоненькие, которые очень у нас любят. Обычно мы предлагаем даже ассорти из блинов. Блины с корицей, с маком, с творогом блины, с курицей очень пользуются спросом, с яблоками. Сегодня для город Витебск-Бай наши любимые и, надеюсь, теперь любимые всеми блины с икрой. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.